Сегодня в одной из аптек я купил Декамевит. Поливитаминный лекарский засыпь с метионином. Присутствуют все, практически все витамины основные в составе. А, Е, В1, В2, В6, С, В12, ППП, ВС. 20 таблеток. Сделано в Украине. Так, и состав. В основном по 10-20 миллиграмм, но метионина и витамина С по 200 миллиграмм. Куплено за 70 гривен в аптеке. 70 гривен это где-то у нас получается 2,5 доллара. Вот такие красивые таблеточки. Так, инструкция большая, очень, наверное, к каждому витамину отдельно. Параграф целый. Ну что, мы сразу видим здесь список витаминов. Вот. Фармацевтическая группа поливитаминные препараты. Так. Ну, здесь идет характеристика каждого витамина отдельно. Нервная система, обмен веществ, кровеносная система, пищеварительная система. В общем, все системы задействованы. Вернее, витамины. Этот перечень витаминов задействован во всех функционировании, правильно функционирования всех систем организма. Практически всех. Так. Вот когда применять. Так, применяют при использовании антибиотиков, при интоксикациях, при усталости умственной и физической, послеоперационные периоды. В общем, инструкцию можно найти полную в интернете. Ну что ж, попробуем. Вот такая вот таблеточка. Едим. Нет, не раскусывать, а хватнуть. От водички надо какой-то.
раскусить не получилось, пришлось глотнуть.